Так, друзья, всем привет. Сегодня сравним два яблочка. Это iPhone XR или 10R и iPhone 12 Pro. Этот телефон вышел в сентябре 2018 года, а этот в сентябре 2020 года. То есть этот посвежее. Но оба этих телефона на данный момент сняты с производства. Так что не знаю, продаются ли они новые или нет. Так, ну начнем с внешнего вида, да? Начнем с XR. Телефон вот в таком форм-факторе. Весь он такой гладенький, с округленными краями. Как вы видите, имеется одна камера. Телефон черного цвета. Задняя спинка у него выполнена из стекла. Она глянцевая. Так. И теперь взглянем на 12 Pro, да? 12 Pro это у нас такой весь угловатый. Ах, да, забыл. У iPhone XR боковая рамка выполнена из алюминия, а на 12 Pro из хирургической стали. Вот так выглядит 12 Pro. Как вы видите, сзади спинка у него матовая. Это тоже из стекла. Диагональ экрана у них одинаковая, 6,1 дюйма. Какой из них удобнее, да? Ну, кто-то говорит, что XR за счет своих округлых рамок он удобнее лежит в руке. Ну, лично я не пользуюсь телефоном без чехла, так что в чехле эти телефоны оба, в принципе, держатся одинаково. Так, дисплей, да? Как я уже сказал, дисплей у этих смартфонов одинаковой диагонали. 6,1 дюйма. Но у 12 Pro выше пиковая яркость и выше разрешение экрана. Здесь Full HD+, а здесь HD+. Ну и соответственно здесь технология IPS, а здесь OLED. Несмотря на то, что разрешение экрана у 12 Pro выше, лично я не вижу разницы в качестве картинки. Не знаю, как вы. Так, теперь проверим звук. Оба смартфона записывают и воспроизводят стереозвук. Сейчас сравним громкость. Так, сначала проверим XR. Сделаем на всю громкость. Теперь 12 Pro. Как красиво, да? А давайте фонарик еще.
отключают смартфоны. Так, теперь что касается камер. Как вы видите, в iPhone XR камера одна. На 12 Pro их 3. Вот так выглядит тыльная сторона смартфонов. А я заснял кое-какое сравнение фото и видео возможностей данного смартфона. Посмотрите, пожалуйста, сравните картинку, звук. Теперь, что касается автономности, да. Ну, так как в этом смартфоне, в iPhone XR, чисто физически батарея больше, поэтому, соответственно, он держит чуть дольше заряд, чем 12 Pro. Вот. Ну, что я могу сказать вам? В принципе, этому телефону уже третий год. Да, уже четвертый год, да, уже 3 года прошло. Ну, он еще будет, в принципе, обновляться еще, наверное, 2-3 года. Этот телефон посвежее. Ну, что я могу сказать вам? Покупайте всегда аппарат посвежее, да, так будет лучше, наверное. Так, вот так снимает фронтальная камера iPhone XR и 12 Pro. Сейчас звук идет с iPhone XR, а вот сейчас звук идет с 12 Pro. Так. Снимают наши телефоны. Проверка звука. Вот так записывает iPhone XR. У нас сегодня ветер. А вот так записывает 12 Pro. Так. Так снимают телефоны в темное время суток, на улице уже темно. Так, а звук не надо, зачем звук? Все, да, сейчас.